Всем добрый день, приветствую на своем канале. Я приобрел другой тракторок с передочком, посвежее. Переоборудовал, короче, его сразу на дозатор. Потому что все эти люфты, которые там, ну их подальше. Новый ГУР стоит дороже, чем комплект переоборудования на дозатор. Все подошло, все охрененно. Все работает. Вот. Будем работать теперь с дозатором. Такой вот тракторочек. Еще все в процессе ремонта. Плуг. Была до этого 80-ка. Мотор слабоватенький. Пахал с двумя корпусами. Не знаю как. Ну, этот мотор тут стоит 245-й, без турбины. Но он волокет хорошо. Не знаю. Может, поставлю. Может, не буду ставить третий корпус. Он есть. Увидим. Вот такой аппаратик. Довести до ума.